Встанем все для молитвы. Yeah.
Боже милостив, буди мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сый вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от пути притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои, яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать не лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и преступлениями их не вспоминай. По милости Твоей вспомини меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милости и истины, к хранящим завет Его и откровение Его,
ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, призри на мое страдание и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, единому согрешил я и лукавый пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутренне явил мне мудрость Твою. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чисто сотвори во мне, Божий Дух, прав обнови внутри меня. Не отверги меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. А благодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Егда снишелась и к смерти, и животе бессмертной, тогда отумертвилась и блистанием божества, егда же умерший от преисподних воскресил еси, вся сила небесная взываху, жив надавче Христе Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко же плод красный Твоего спасительного сеяния, земля российская приносит Ти, Господи, вся святые в той просиявшая, тех молитвами в мире глубоце, церковь и страну нашу Богородицею соблюди, много милостивее, и ныне присную во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нас Бог наш, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Воскреслась и от гроба всесильне спаси, и ад, видев чудо, уже сеся, и мертвые восташа, тварь же видяще срадуется Тебе, и Адам свеселится, и мир, спаси мой, воспевает Тебя, Тя присно. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долгу терпеливе, много милостиве, много благоутробне, иже праведно любя и грешно милуя, иже вся завык и спасение обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святой Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими же весью судьбами спаси меня достойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою, вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истинную Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей, и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие, и в гневе враждуют против меня, сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихрей бури, расстрой, Господи, и раздели языки их. Ибо я вижу насилие и распри в городе, днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не наставник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий.
потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой, уста их мягче елея, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику, ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И когда снишел еси к смерти, животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества. И когда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся сила небесная взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Як уже плод красный твоего спасительного сияния, сеяние земля российская приносит ти, Господи, вся святые, в той просиявшая, тех молитвами в мире глубоце, церковь страну нашу Богородицею соблюди много милостивее, и ныне присно и во веки веков. Аминь. И ныне, Бога, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты и же от тебе росшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление матернее, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы, всечистое, яко милостив есть, и спасти моги, и же и страдать у нас изволивай. Скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко об нищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени твоего. Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Днесь лик святых, земли нашей Богу угодивших, предстоит в церкви, и невидимо за ны молится Богу. Ангели с ним славословят, и все святые церкви Христовой ему спразднуют, о нас Бо молят, всекупно, привечного Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостиве, многоблагоутробней, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже вся зовой ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен есть его веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рожчую, сущую Богородицу Тебя величаем. Боже и Господи, силы все твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, Сам, Владыка, человека любчи, прими нас, грешных, благодарственное сия и молебная молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих, видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающий, и же от Тебе светом наставляемый, Тебе в неприступного и пресносущего зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, благословенеси, Господи, благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищай, еще до вся беззаконие Твоя, исцеляй еще до вся недуги Твоя, избавляй, еще до тесления живот Твой, венчай еще до тебя милости и щедротами, исполняй, еще до во благе желание Твое, обновится, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым сказал. Пути своему Исееве, сыновом Израилевым, хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, не живет, враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящийся Его. Елик, отца и от высот, и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящийся Его.
Яко-то позна создание наше, помянуя топирсись мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так он цветет, якуда пройдем не мы не будем, и не познай тому места своего. Мило же Господня от века и до века, на боящийся Его, и правда Его на сыне сыну, хранящий завет Его, и помнящий заповеди Его творития. Господь на небесе уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благослови Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благословенный си Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Хвали, душа моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донеже есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в ниже не спасения. Изыди, дух его, и возвратится в землю свою, в той день погибнут все помышления его. Блажен ему же Бог, Аколь, помощник его, упование Его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век, творящего суд обиденным, дающего пищу алчущим. Господь грешит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низвеженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет, и путь грешных погубит. О, Царица, Господь твой век, Бог твой всего не броды, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий бессмертен Сын, и изволивай спасение нашего ради. Воплотитеся, святые Богородицы и пресно Девы Марии, непреложного человечивайся, раснися же Христе Божий смертью смерть поправы. Единцы святые Троицы, прославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Во Царствии Твоем помяни нас, Господи. И да придешь и во Царствие Твое, благослови.
блажи ми нищие духом, яко тети царство небесное, блажени плачущие, яко те утешатся, блажени кроткие, яко те наследят землю, блажени алчущие, жаждущие правды, яко те насытятся, блажени милостивые, яко те помилованы будут, блажени чисти сердцем, яко те Бога узрят, блажени миротворцы, яко те сыновей Божии нарекутся, блажени знание правды ради, яко те и царство небесное, блажени истинно поносят вам, и жену нарекутся за благо благодушащими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Идите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси нас, Сыне Божий, воскресы из мертвых, поющие ти. Аллилуйя! И гласнейшаяся к смерти жива тебе смертный, тогда помертвилась и блистанием божества, и даже умерша преисподних воскресил еси. Вся сила небесная взываху, жизнодавчи Христе Боже наш, слава Тебе. Яко же плод красный Твоего спасительного сияния, земля российская приносит Тебе, Господи, все святые в Той просиявшие, тех молитвами в мире глубоце, церковь и страну нашу Богородицею соблюди много милостиве. Иерусалима Вышнего граждане, от земли нашей воссиявшая, и Богу во всяком чину и всяком подвигам угодившая, придите воспоим верные, о всеблаженней земли российские заступницы, молитесь ко Господу, да помилует сию от гнева своего, исцеляя сокрушение ее, и верные люди свои утешит. Воскреснуйся от гроба всесильней спаси, и отвидев чудо ужасеся, и мертвые восташа, тварь же видяща, срадуется тебе, я дам свеселиться, и мир спаси мой воспевает тебе присно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, днеслих святых земли нашей Богу угодивших предстоит церкви, и невидимо за ны молится Богу, ангели с ним славословят, и все святые церкви Христу моего спразднуют, а нас Бог молит всех окна, привечного Бога, и ныне пресно и во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но при дворе поблагая на помощь нас верно зовущих ти, ускори на молитву и почися на моление. Предстательствующий пресно Богородицы чтущих тя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Братья, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Евангелие от Матфея. Слава тебе, Господи, слава тебе. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить к себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его. И это все приложится вам. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помяни нас, Господи, когда приедешь и во Царствие Твоем. Помяни нас, Владыка, когда приедешь и во Царствие Твоем. Помяни нас, святые, когда приедешь и во Царствие Твоем.
Пик небесный поет и глаголет. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Лик небесный поет и глаголет. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Лик святых ангел, архангел со всеми небесными силами поет и глаголет. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Верую во единого Бога со Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога, истина от Бога, истина, рождено, не сотворено, едино сущно Отцу им же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой и Марии Девы, вочеловекшеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребена, и воскрешена в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, яко же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного, и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, оглашего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благо человека любит. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Все святая Троица, неотсущная держава, нераздельное царство всех благих вина, благоволи же о мне грешним, утверди в разуме сердце мое, и всю мою отыми скверну, просвети мою мысль, да всегда славлю, пою и поклоняюсь ей глаголю. Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благословлю Господа на всякое время. Приму хвалу и благодарность. О Господи, похвали.
откроются и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвали, Господь, услышай, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень, Христ, боящийся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благо Господь. Блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа, все святи Его, яко не свершения боящихся Его. Бога тем нищавшим заспаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человека тянет живот, любит не видите благи, удержи язык твой от зла, и усни твои ежени глаголоте сти, уклонися зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направедные, и уши Его молитву их, лице же Господне натворящее злая, еже потребите от земли память их. Воз ваше праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенный сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Достойно ли всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истинния Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святаго священномученика Анфима Никомедийского, священномученика Климента Анкирского, всех святых земли российской, просиявших и бессеребренников, Космы и Дамиана, их же памятные не совершаем, святых и праведных Бога Отец и Акима Иоанна и всех святых, помилуй и спаси нас, ибо Ты благо человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
имя Отца и Сына и Святого Духа. Псалом 67, 11 стих. Народ твой обитал там, по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного. Что этот стих нам говорит? Вот есть такое выражение, и мы по-русски говорим, мне интересно, интересуюсь. А слово интерес в Библии вообще отсутствует. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете его нет. Но у него синонимов много, несколько десятков. Это любовь к чему-то, это ожидание лучшего, искусство там разное все. Мы сегодня посмотрим, без чего нам не спастись. Не интерес, а необходимость, крайняя необходимость. И проверить себя, имею я это или не имею. Вот мы вчера рассуждали о небе. Что такое небо, откуда, как. И сегодня мы заглянем глубже еще, что нам дано. Есть один такой ролик, называется 7Б, без чего нам не спастись. Б. Бог. Библия, благословение, благодарение, благовестие. Набираются 7 слов, без которых не спастись. Это 7, их нужно запомнить и употреблять. Мы прочитаем. Деяния 15:28. Потом можете переспросить, записано будет, и проверить, у меня это есть или нет. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Вот нужно разбирать, чего, какое. Деяние 15 глава ограничивает нас в питании. Верующие даже не знают. А вот такое-то гемоглобин продается, а ты не имеешь права употреблять. А почему? Написано кровь. И в крови душа животное, дух его, не употреблять. И все отпадает. Мы православные, у нас посты. Посты такие, что лучше назвать было бы смена, как употребление пищи там и прочее. Настоящий пост человек ни грамма не ест и ни одной капли не пьет. Я встречался с людьми молодыми, с детства наученными. Объявили пост, они в скорби такой, где разгружали, я в карман полез, а там семечко, одну семечку раздавило и пост нарушило. У нас этого нету. Меняем только и все. Но никто нам не запрещает настоящий пост исполнять. Не пить и не есть. И сдвинется то, что стоит впереди, которое сдвинуть нельзя. Вот 15 глава Деяния апостолов говорит о том, что апостолы... Первое далее – ограничение, что можно, а что нельзя. Дома прочитайте эту главу. 15 глава – это Новозаветие, Конституция для нас. Употребление что, когда, как. Вот без света мы не проживем никак. Потому что даже в сплошной тьме на земле светятся разные светлячки, растения, настоящая тьма будет только в вечности. Бросьте во тьму внешнюю. Есть внешнее и внутреннее, когда человек не верит в Бога. Он во тьме находится. А Господь говорит, я предложил тебе, вот, сделай выбор. Благословение и проклятие. Прямо. Смотри, небо и бездна, ад. Сделай выбор. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть. И Господь говорит, зачем вам умирать? Изберите жизнь. Притом это нам предлагает Господь Бог каждый день. Во время войны было исследование сделано. Я уже не раз об этом говорил, и гляжу, почти никто не запомнил. Случилось, что начальника главного, сказать так, который в бой водил, снайпер убил. А наступление? Следующий за ним, за полковником, подполковник, там майор. Но в атаку повел сержант. Почему? Вот так и здесь. Подробно об этом говорит митрополит Сергей Старгородский.
будет время, когда Господь будет избирать. И человек, движимый энергией от Бога, не имея никакого сана, поведет за собой людей. Шесть качеств. Проверь себе. Первое. Воображение. А какое воображение? Ну, ты думаешь переезжать. Как ты приедешь сюда? Какой транспорт? Что ты можешь привезти? Воображай, что будет дальше. Вот думает человек, хочу быть священником. Хотите быть епископом, написано. Это доброе дело, Бог одобряет. Но вспомни, что говорит нам Святая Библия об этом. Ты отвечать будешь не только за себя. Ты пастырь. Ты овец ведешь, доведешь ли их до неба или нет. Потому что меняется тактика отношения с мирской властью. Вот случается война, патриарх благословляет. И тот, кто будет убит на войне, получит Царство Небесное. Ни намека малейшего нету в Библии об этом. А наоборот, взявший меч от меча погибнет. Кто идет в плен, сам пойдет в плен. Откровение 13.10. Это надо с детства учить ребенка этому. А не так, сегодня я что-то сделал, сошло, завтра он еще больше делает. Сколько веревочки не видится, наконец ее будет. А потом удивляется, а почему так оказалось? А он изо дня в день подготавливал себе путь гибели. Вот первое – это воображение. Ты думаешь быть таким-то, и что будет? Второе – качество знания, надо много знать. А тут разговариваю с молодым человеком, что не спрошу, не знают. Называю всемирно известные имена, не знают. Как поступить, не знают. А для чего тогда ты живешь? Впереди нас прошедшие оставили нам путь. И путь – это ты сам рассмотри. Воображение, знание. Но знание у тебя есть. Дальше умение эти знания притворить в жизнь. Ты можешь взять книжку, читать, все знать. Но на машину, если ты ни разу, кажется, не садился, ты не поедешь. Уметь, умение. И дальше решимость. Серафим Саровского спрашивает, мы верим, знаем. Но почему не получается? Решимости не хватает. Порвать с тем строем, в котором находишься. Ведь у нас тысячелетия православия на Руси отмечали, и церкви как таковой нигде не видно. А подражание царю, подражание великим людям, а они диктуют условия. Как после Константина, Констанции зашел в Вселенский собор, он руку положил на меч, слово мое закон. Пятый Вселенский собор не издал ни единого правила. Епископы, говорит, под скамьями прятались. И это не в одном месте только. Но если ты пошел, не оборачивайся назад. Взявшийся за плуг и оборачивайся назад, не будет успешен. Решимость. А вот эта решимость порвать с прошлым, а она дается Богом. Человек взвешивает все и не знает, какой результат. Погрузись в пост и молитву. Вот ребенок маленький уже бесуется. Не может собой руководить. Он дает как родителям, как себя вести по отношению к ему. Говорит, веревки вверх из него. А как это переменить с Богом? Писание говорит и определенно, четко, что ты должен отец сделать. И это то, что делать, надо рассматривать во свете Библии. Называется беспощадность. Пятое качество лидера. Которые это в семье, это в государстве. Пятое качество. Вот сегодня я уже говорил об этом. Я призывал молиться об этом. Что президенту Российской Федерации Бог указал на одного человека, министром обороны. А он совершенно не военный еще. Хотя и к военному делу когда-то обращался. Ему Бог открывает. Арест за арестом сейчас идет. Взятка 1,5 миллиарда. Вот какие взятки. И он наводит сейчас, арестовывают, сразу двое помощников умирают. Там условия в СИЗО, следственные заряды. Да что ты, на кухню или к теще приехал-то? Я могу об этом рассуждать, я был там, видел, и условия вполне подходящие. Вот как Иуда Венгур показывает, никто к ним не заходит внизу, окошечко открывает, они уже в проказе сгорают, и никто ничего не знает.
Сегодня не так. Там проверка идет, чистота. Ну, все сделано, чтобы человек страдал за то, что ему назначит суд, а не до суда, чтобы он погиб. Хотя начальство иногда и нарушает, может быть, даже не иногда, а постоянно, но не в той мере, как говорят. Повторяю, вот эти пять качеств встречаются у людей. Я встречал, у нас в общине есть такие люди. Шестое качество не может добыть. Шестое – самое простое качество и самое трудное – привлекательность. Тебя даже нет, но ты все время в центре событий. Заболел, ты куда-то уехал, тебя дома нет. В центре событий. А как бы он поступил, зная, что он не делает ошибок? Коротко сказать, вот апостолы услышали, такие-то люди обратились к Богу. Их интересовал только один вопрос. Получили ли они Духа Святого? И когда пришли туда, апостолы стали спрашивать, а мы даже не слыхали. Смысл соединения Бога с Богом полное. Это сегодня я разговариваю, человек. Ну а как я могу узнать? Мне кто-то должен сказать, или я сам определяю? Это говорит, что ты не встречался еще с Богом. Бог открывает человеку настоящее, прошедшее и будущее. Ты молись, и Бог даст тебе. Я могу делиться личным опытом. Когда 27 сентября 1962 года в 17:00 я впервые встал на колени, держа в руках Слово Божие, я почувствовал, как во мне что-то меняется. Встав с молитвы, она не больше 20 минут была, я своим, кажется, зрением смотрю на того, кто начал молиться и кто встал. Это абсолютно разные люди. И как Иеремия говорит, я усилился молчать, но внутри меня, в костях моих, разлит был как огонь. Я удерживать пытался уста, это бесполезно. И в этот же вечер я стал говорить на корабле. Живем совершенно неправильно. Иисус умер за нас. Я вот сколько разговариваю некоторые, ну, кто знает, что ты верующий? А зачем ему знать? Я верующий, вчера говорил об этом, о кресте, с другой стороны майки. А дома крест где-то стаканы, фужеры, там за ними не видно. Я помолюсь. Не так. Где бы ты ни был, у тебя всегда будет толпа врагов. А почему? Ты изменил сатане. Когда Ирина обратилась к Богу, дьявол как вопиял. Ты изменница, ты изменила мне. Я тебе таких людей находил, то есть на грех. Не знаю я тебя. Сгинь окаянный. Старые твои наклонности, свои привычки рассмотри во свете Святой Библии. Имеете ли Духа Святого? Римлянам 8:9 четко говорит. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Значит, как ты содрогнулся? А я причащался. А я и патриархом стал. Не имеет значения. Библия об этом не говорит. Она говорит о наличии Духа Святого. Жил ли ты в Духе Святом? Скажите сами себе, вот что-то, не просто до дома дойти, а у тебя ясно было сказано, что Господь говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Когда ты вот воззвал, и сразу, буквально сразу, ты почувствовал, Бог услышал меня. Я обязательно это получу и сегодня, и завтра. А может, в момент молитвы. Бог дал нам возможность это проверять на практике. А на практике это значит исполнение полное. Положительное или отрицательное, не говорится. Но Бог услышал. И Бог заговорил со мною, и все вострепетало вокруг. Он заговорил, я услышал его, как Иов говорит. Считаем. 1 Коринфян 9:16. Слово «интерес» отсутствует в Библии. Но мы найдем интерес в общении с Богом. Когда спросили, приняли ли Духа Святого, а мы даже не слыхали. И они возложили руки на них, и Дух Святой сошел, и они заговорили на разных языках, прославляя Бога. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. У священника угроза такая. Кто-то пришел ночью и стучит. Батюшка, у нас мама умирает. Ночь, полночь он обязан идти. А там стоят двое уже с петлей. В лес и сразу повесили. И сколько таких было?
Это в начальные годы советской власти было. Наконец обнаружили их и рассчитали с ними. А как нужно делать? Благовествовать. Вот священник, если... Я уже говорил даже с батюшкой, ты можешь вот это сделать по-божьему, а не по-человечески? Не могу. Написано, не прибавляй к словам его. Притча 30 глава 6 стих. Чтобы он, Бог, не обрещил тебя, ты не оказался лжецом. Молитвы много есть, но главная молитва «Отче наш». И молитва «Отче наш» поставили предложение. Я батюшке говорю, ты прочитай вслух. Он читает. Его Отца и Сына и Святого Духа, как заказчик. Где ты нашел это? Ну, открой, посмотри в Библию, вот она лежит у тебя. Нет этих слов. Там не сказано, хороший или плохой, не прибавляй ни одного слова. А что я должен делать? Вот вопрос и кончился. Если Бог даст мудрости, даст силы, тем более он ни от кого не зависимый, нужно считать, как есть. Вот вы когда считаете, поете постоянно, честнейший херувим. А что это? Божественное слово, и в него вставили эти слова, запевы. Вы сделайте отдельно, просчитай, чтобы не добавлять, и отдельно честнейший херувим пропой хоть 20 раз. Мы что, слепые, глухие, мы не слышим? Господь говорит, чтобы я не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. А вы сейчас лжецом в озере Огненном. Священство на одной ниточке буквально висит. Уберите эти слова. Их нету там в Библии, в Новом Завете, в Евангелии нету слов этих. Ни одного еще не нашел, который бы это сделал. Бывает, восстают, запрещают священников. Здесь как вот наговор какой-то. Почему? Пускай они решают. Я никогда не читал и читать не буду их петров и слов. Вы для себя имеете в виду и говорите со священниками. Лишний раз надоедать боюсь уже. Мы считаем Слово Божие. Вот 1 Коринфянам 9:16, внимательно послушайте еще раз. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Горе! Со священником идем из храма. Я говорю, батюшка, сколько служите уже? Ну, в краине. Он говорит, 51 год. А что сегодня считал Евангелие? Не знаю. Ну вы же стояли с Евангелием, считаю. Не знаю. Это наша слепота православная. Почему секты так быстро растут? Потому что они взяли православный перевод, синодальный перевод, и прямо считают, и люди видят. Мы же Бога не знали. А чтобы Бога знать, надо смотреть в Евангелие. Если священник не проповедует, ни одной проповеди не сказал за 50 лет, с него никто не спросит. У нас все перевернуто вот так. А если на по вызову не вышел, сразу снимут сам. Это что? Кто нас научил так? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Другого нет. 10 глава, 17 стих Римлянам считает. Итак, послание к Титу. 3:14. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Забота какая. С чем мы пристанем перед Богом, если сегодня один осколок ракеты упадет сюда? Другого нет никак. А вот надо помолиться. Библия нигде не говорит о том, что я умру неверующий, и за меня будут подавать, молиться. Нет этого. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих прямо говорит. Всем, всем до одного, по патриарху, папе Римскому, всем должно предстать пресудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Я не против молитвы и прошу за меня помолиться, но речь идет о верующих. Я предстану с тем, что у меня есть. Самая большая награда, когда злословят. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Если ты верующий, тебя никто не трогает, не поносит, не придумывает, подумай, почему? Когда Писание в 9 блаженстве прямо говорит, так гнали пророков бывших прежде вас. Другого пути нету. Если ты верующий, там живешь уже в одном месте, и тебя знают, и никто тебя не трогает.
А есть неверующие, есть люди, которые приезжают где-то, они поневоле от тебя натолкнутся. Почему? Ты им стал говорить. И стал говорить Слово Божие. Есть слово «нужно». Оно встречается 49 раз в Библии. Необходимость. Я просто вопрос задаю. Что нам нужно конкретно делать? Я вчера давал задание. 26 раз просьбу выразите. 26 просьб ко Христу. А второе, это 26 стихов в 135 псалме. Благодарение. Когда последний раз ты благодарил? И за что? Тоже 26 раз. А третья ступень славословия, самая легкая. Не надо ничего просить, не надо благодарить. Аллилуйя. За 26 действий Божиих. За все. А он везде благодарит, благодарит. 135-й псалом весь состоит из третьей ступени. Даже в Псалтире, даже в Библии больше такого места нет. Спрашивают, ты читал это? Вроде считал. Не вроде. Ты что бы не увидел, да слава тебе, Господи. Аллилуйя. Чтобы ты не просто аллилуйя бормотал, а ты пел. Это лучшая песня. И не 8 гласов, а 88 гласов. Бог, спаситель мира, Он дал Сына Своего за нас. И это самое главное, что Он из бездны извлек нас. Где бы мы были сегодня, нас ничем не собрать сюда. Посредством идеи куда-то поехать. А с Богом мы в первую очередь находим единение здесь молитвы. Итак, сначала к Евреям 9:16. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Слышали? Не при жизни отбирать, а то, что завещал. И просит смерти. А если время они там сумели сделать что-то, махинации какие перед Богом. Велика ваша награда на небесах, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Это нас учит Слово Божие, учит Дух Святой. Он наш наставник. Смотрите, сколько у нас надписей. Вы найдите храм один где-то, назовите мне его. А храмов десятки тысяч уже. Где Слово Божие пользуется таким авторитетом? На выходе и там есть. Я уж не говорю наши трапезы. Все в Слове Божием. И поэтому спрос будет с нас намного больше с тех, которые ничего этого не имели. Итак, 4 Царств 4.13. А нужно. И ты должен об этом тосковать. А у меня этого нет. Я уже сколько раз говорил. Человек говорит, а я не могу говорить. У меня язык заплетается. Ну, заика. Ну да. Он и а у тебя брат есть. Это Аарон, он заика. Моисей сказал, а у тебя брат Аарон, говори, он будет передавать. Ты будешь же него вместо Бога. Кто считает Библию, так и написано. Поэтому не ссылайся ни на что. Не можешь, говорит, вот посылки делают в Австралии. И между собой разговаривают, посылки, Библия рассылает где-то. А как ты обратился? Как обратился? Да я вот в том городе был. Я однажды иду там с базара, а кто-то меня по плечу поколотил. Я вернулся, говорит, а он мне Библию дает и показывает, я глухонемой, я разговаривать не могу. А другой говорит, а в другом городе я встретил такого, вот он один. Он один, глухонемой, наполнил эту комнату. Он написал, что в Библии написано, показывать я разговаривать не могу, у них жест особый, а вот Евангелие. Испытайте себе. Сегодня Господь лишит слуха, зрения. Сумеем мы служить? Вы видели человека, у которого нет руки. А вы видели сами, у которого нет двух рук и двух ног? Как его? Не хвощешь. И он приезжал специально, я не знаю, по решению патриарха или кого. И он здесь выступал. С ним встречался Папа Римский. Президенты разные, показывают сколько там, 50 или 100 миллионов, которые нашли утешение в болезни своей. Отец, когда стоял в коридоре, вышел хирург и говорит, к сожалению, сын родился без руки. Он говорит, а так и пополз по стене, руки-то нету. Он заходит, говорит, у обоих рук нету. А дальше вышел, у него ног нету. И показывает, как он ездит, как он причесывается, как он купается. Как даже в футбол там играют. Это надо видеть, чудо Божие,
что Господь делает? И человек этот, он проехал по всему миру. И там приходили арабы, другие больные, целуют его. Почему? Потому что у меня одна рука есть. Я в нем нашел утешение. А такие люди, я однажды спрашиваю здесь, я говорю, ты знаешь, кто такой Алексей Борисов? Нет. Это единственный человек, который потерял ноги и обратно вернулся на самолет. Вот как. В Америке был один с одной ногой. И в фильме есть такой «Поезд о настоящем человеке». Его показывают. Ну, раз чтобы нога культярка эти остановится, они кровью наполнялись у него. И он добился своего. А даже фильм сегодня смотреть, и то. А у нас будет только около церкви руку протягивать. Ну, а потом он стал главным редактором «Пионерской правды». Да, неверующий. Может быть. О вере тогда не говорили. Но мы можем взять добрый пример. Никогда не отчаивайся. Согрешить, Нил Синайский говорит, это дело человеческое. А отчаиваться, это дело сатанинское. Все, пропал, не нужен. Сколько раз пал, сколько раз вставай, говорит Златоуст, я не поощряю падение. Я говорю, что ты не отчаивался. Сегодня такая обстановка, она после обеда может так решительно измениться, что самые сильные мира будут завидовать тебе. Что тебе Бог открывает? 4 Царь 4.13. И сказал ему, скажи, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. Это женщина, помогла пророку, и он потом, видите, комнату выделила. А что сделать? А я среди народа живу свое. Еще буду жаловаться, когда у нас здесь депутаты есть, можно обратиться, начальники в администрации. Вот сейчас затребовали, хотя перед этим, как прийти в мае месяце этого года, с Егорой Николаевной мы были в центральном районе в администрации, а потом у мэра города сегодня Шафранк Вячеслав Генрихович. Сказали, да никто тут без вашего согласия не будет. Сегодня прямо принимают закон, сколько улиц убирают и будут строиться здесь. И мы ответ 16-го последний должны дать ответ. Мы ответили. Вот брат главный составил все, документы, и мэр бывший был. Нас не должны они тронуть, если только что-то случится. Никак. Потому что 11 лет шел суд после моего освобождения, как политзаключенного. И там говорится, возврату на прежнее невозможно. А отдали мне эти дома, 13 соток, и мы там находимся. И там склады были для детского лагеря, там склады для книг, все такое. Верующие, священник, мы православные. Вот входили в прошлый раз, и мы простирали руки на улице. Прошу, не расходитесь. Мы сегодня еще раз помолимся перед нашим Всевышним Создателем, чтобы они готовые документы. Мы все это, брат, собрал это и уже отослали. Дальше. Псалом 31.9. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюстью нужно обуздывать узою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Это про нас говорит. Лошадь как уздечку вложил в рот, он слушается. Так и здесь. Когда нас Бог бьет, тогда застонали, а ты сегодня рассмотри себя. Я еще раз говорю, призываю к самому маленькому. Ночью, там после 12, ну, выйди хоть на 3 минуты, посмотри на небо, порадуйся, где мы живем, в какой тишине. В городе выйти-то некуда совершенно. Человек запечатанный. И помолись там. Помолись о том, что здесь, что в другом месте, о правителях. Вот этого дал Господь Белоусова. Там распечатал, там столько. Триллионы найдено уже денег. Он говорит, это все пенсионерам дать, людям заработок. Уже 3 раза его отравить пытались. 3 раза. Большое собрание было там с министрами. И рискнули на то, при том депутаты это делают. Даже пусть там 10 отравятся, но чтобы его отравить. Но Бог опять его сохранил. Мы это знаем, то из разных политических партий, то другое. Возьмите его себе, говорится, на абордаж. Молитесь. Потому что такие люди в столетие один появляется. Он не смотрит ни на кого. Он видит неправду.
деньги, которые отправлены были, даже воюют, которые, и тех обирали. Ни с чем оставляли. Эти люди, даже людьми их нельзя назвать. Итак, Иеремия, 46:19. Плохо вижу. Готовь себе нужное для переселения, дочь жительницы Египта, ибо Ног будет опустошен, разорен, останется без жителя. Господь предупреждает, на кого вы надеетесь и что с ними будет. Не возлагай надежду на человека. Да, помогает, да, дружим, но все зависит от Бога. И это было там пророчество. Они надеялись на кого-то, а Господь говорит, нет. Надейтесь на Бога. Евангелие от Луки 10:42. Здесь говорится о том, что нам нужно. Не возлагать надежду на мирского человека, во всем я на него полагаюсь. Можешь ошибиться. Его подкупили, и он сегодня после тебя пойдет. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. У ног Христа сидела и слушала. Это совсем не трудно. Марфа суетилась, там специи какие-то, хлеб, может, лепешки пекла. А многом Марфа заботишься. А без Марфы ты и гостей это не примешь. Но главное, чтобы Марфа не забывала и не оставляла, а Мария не оставляла ее одну. Вот тут можно сориентироваться. И 11:18. Евангелие от Луки. Вот. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Фермер, у него отговорок много, смотреть. Смотреть надо было до покупки, а теперь туда не заедешь размяка, вот утонешь. И дальше, что на кто ссылается на что. Первое, Петра 1:6. А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Искушения? Не удаляйте, избави нас от лукавого, не веди в искушение, а Господь допускает. Я слышал такое. Две девочки идут из школы, идут прямо где надо, за бордюром, и пьяный наехал, и одну задавил. Отцу когда сказали, он что делал? Первым делом домой и сразу ружье схватил, а он убежал на остров, не могут взять. Ну почему мою отличницу? Везде она на олимпиадах, везде первая. А эта конопатая соседка, она сегодня уже тварь такая. Почему не ее задавили? Я его горе, страдание близко так воспринял. Это так бывает. Близкий человек, кажется, без него я никуда. И все время боюсь об этом. А уже когда взяли, тут вопрос другой, окончание. Надо согласиться. Два мальчика крючки сделали, за машины цепляются. На повороте машина пошла, а они по инерции и прямо под оба сразу погибли. И никто не пожалел. Почему? Потому что у них какие-то мопеды, они трещали там во время ночи. Людям настолько надоели, что наконец-то, говорит, Бог услышал. Это я уже на практике, кажется, знаю. Смотрите, чтобы дети не надоедали никому. Придерживайтесь о рамках Священного Писания. Есть дети, которые не слушаются родителей. Я видел уже, особенно у меня приезжают, когда жалеешь не детей, а родителей. Как так? Родили, кормили, поили. Он вообще ни во что ставит родителей. И поэтому благословения там нету. Чти отца и мать, и будет благодарить на земле. Иуда 1:3. Что нам необходимо? Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Письма, в звонках, где разговариваете, умейте повернуть. Очень быстро. После первого «здравствуйте» и сразу говорите. Потому что это может быть последний шаг. Вот только что разговаривали. С
слез он с машины, а машина, вот, она застыла. А этот раз оказалось в полыни, а уже никто не вышел оттуда. Поэтому с кем близко знакомы, встречаетесь, куда-то едете, с начальством, дома уже подумайте, взять Евангелие. Нету, придите ко мне. У нас много Евангелия разных. Отдельно Новый Завет. И людям возвестите радость. Я просто по-человечески говорю. Вот до этого была женщина здесь, как сказать, секретарь или кто она, начальник сельсовета, так скажем. Я не знаю как. Вроде бы и мы близко не были знакомы, но до того она расположена бы к нам. Дали Евангелие. Но однажды я перешагнул границу, когда здесь были молиться, я говорю, платочек бы надеть, но она побоялась, видимо, чтобы не было. Это Господь так делает. С нынешним начальниками местности советов я не знаком. Будете там кто, не забывайте взять Евангелие. Это главное из главных, что необходимо нам. Евреям 36. Ну ладно, 36, посчитай раз. Ну, 34, похоже. Да, ну ладно. Ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Вот как просто все. Ты отнял это, а ты не знаешь, что мне Бог уготовил. А это для испытания. Как будет? Мы не на улице. Вот нынче сколько людей было, только знали, примерно будет 30. И вот эти небольшие тут саманные, тут старый дом, мы называем дом Иосифа. Вот. На 30 человек, 2 дня мы сделали матрасы, одеяло и прочее. Ну, это Бог так делал. Мы даже не ожидали. А и тут приехали еще и с палатками все оставили как. Милость Божия над человеком, который доверяется ему. И вот последнее качество привлекательности, позаботьтесь об этом. А как? О Боге. Да этот человек такой отсталый, он всегда только о Боге говорит. Это похвала. Сегодня ты сказал, завтра, а говорит, капля камень тощит. Если мы желаем быть там, значит, нужно узнать туда дорогу. Воззови ко мне, я услышу тебя. Без этого ничего нет. Лучше бы вам не родиться, нежели родиться только по-плотски. Поэтому рожденному на земле нужно рождение свыше и крещение Духом Святым. Крещенный Духом Святым уже не нуждается в том, чтобы его понукали. Он постоянно ищет общение с Богом. Он ощущает присутствие Бога. Крещение – это полное погружение в благодать Духа Святого. Я сколько здесь разговариваю, они даже не знают, как это может быть. Ну, до конца я не знаю. Я знаю только, что в первый же день, когда я обратился, Бог даровал мне рождение свыше и крещение Духом Святым. И уже через 3 месяца я стоял за кафедрой, проповедовал. И проповедовал только потом, спустя лет 10, я стал считать Златоуста нашел. Я говорил по Златоусту, а я его в глаза не видел. Вот как Бог делает. Что это означает? Избрание. Много званых, но мало избранных. Поэтому положите себе за основание не пропускать ни одного дня, чтобы не прославить Бога здесь на земле днем и ночью при звездном небе. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Боже милостивый, люби не грешного, создав мне, Господи, помилуй меня, вещеславя святого, Господи, прости меня грешного и помилуй. С воскресением Христовым, братья. С воскресением Христовым.
Что можно превратить в это начальство не прикасается к нам, к тому, что ты нам даровал, таким трудом добытое. Услыши нашу молитву, Господи, сохрани наше место, где мы собираемся, молимся, где живем. Тебе хвала, любящий наш Бог, во веки веков. Аминь. Прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, как благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И почти добрых людей, которые бы подсказали начальству не трогать нас. Господи, Ты знаешь, какие мы немощные. У нас нет ходатая, кроме Тебя. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу нашему славу.